Такого в Сочи еще не было. Более 1000 готовых изделий из натурального меха. Это дубленки и шубы из мутона, овчины премиум, каракуля, нутрии, королевского рекса, енота, бобра и, конечно же, норки. Порадует ярмарка не только ассортиментом, но и ценами. Именно сейчас на Новотошской ярмарке богатый выбор норковых шуб. Это куртки, манто, много новинок, скидки. На норку действует скидка 20 000 рублей и больше. Цены самые выгодные. Норковые шубы леди с капюшоном сегодня можно купить со скидкой. Стоить изделия будет 79 500 рублей. Гордость Новотошской ярмарки – шубы под собственным брендом «Новотошская норка». Эти шубы из отборной норки с международных пушных аукционов. Они красивые, удобные и хорошо сидят. Шуба нравится. Полностью. Каракуль вне времени. Этот красивый мех подчеркивает высокое положение в обществе и утонченный вкус его обладателя. Цена этих изделий на Новотошской ярмарке от 70 до 125 тысяч рублей. Во-первых, это модный фасон, это под перчатки. Можно пойти и в театр, можно пойти одеть брюки, юбку. Ну, как бы очень удобная вещь. Именно здесь богатый выбор шуб и дубленок из овчины. Конечно же, основные покупатели – женщины, но на Новотошской ярмарке богатый ассортимент мужских изделий из меха. Представлен весь размерный ряд. Ярмарка уникальная. Вот. Изделия потрясающие. Я скажу, что и цены устраивают. Все шубы на Новотошской ярмарке сшиты по ГОСТам. Действует гарантия от 3 месяца до года. Любую шубу можно купить в кредит. Новотошская ярмарка будет работать в гранд-отеле «Жемчужина» до 5 октября. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.